Очередной теракт произошел в Ираке. 14 человек погибли, 30 получили ранения разной степени тяжести. Трагедия произошла в районе города Халис, к северу от Багдада. На воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой. Устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за инцидент пока не взяла на себя ни одна действующая в регионе террористическая группировка. Накануне 21 человек погиб во время взрыва возле блокпоста на севере иракской столицы.